Мы приветствуем вас на канале Киприада Estates. И сегодня мы вам расскажем о новой марине, которая была построена на Карпазе. Она была специально спроектирована и оборудована для комфортной стоянки супер-яхт и крупных судов. Карпаз Гейт Марина имеет возможность принимать суда длиной до 55 метров. Кроме того, на причале работает сухой док площадью 18 тысяч квадратных метров, предназначенный для ремонта, переоборудования, проектирования и технического обслуживания судов. Причальное обслуживание, помимо прочего, включает в себя обеспечение источников электропитания и питьевой воды для каждого места стоянки судна, высокоскоростной Wi-Fi и возможность подключения к ТВ-каналам, видеонаблюдения и присутствие персонала службы безопасности 24 часа 7 дней в неделю. Как при недолгой остановке во время круиза, так и во время продолжительного пребывания беспошлинный, защищенный и надежный причал Карпаз Гейт Марина с радушием приглашает супер-яхты посетить и отведать этот кусочек восточного Средиземноморья. Прямо рядом с мариной расположен пляжный клуб, который оборудован инфинити-бассейном, шезлонгами, рестораном, детской площадкой, детским бассейном, водным батутом, кабинками для переодевания, душевыми и раздевалками. Это курорт люкс-класса со своим частным пляжем. Кстати, обратите внимание на розмарин, который растет при въезде в марину. Он прекрасно подойдет к рыбным блюдам. На прогулочной набережной Карпаз Гейт Марина расположен ресторан Хемингуэй, который назван в честь американского автора Эрнеста Хемингуэя, написавшего знаменитую повесть под названием «Старик и море». В этом современном ресторане одновременно может быть размещено до 200 человек. А сезонное меню ресторана и бара включает блюда международной и традиционной кипрской кухни. Карпаз Гейт Марина стал первым яхтенным причалом Кипра, получившим статус «Золотого якоря» после присвоения престижной оценки 5 золотых якорей Ассоциации яхтенных гаваней в 2013 году. Это означает, что соблюдены все международные стандарты и обеспечены превосходные условия и высокий уровень обслуживания. Полуостров Карпаз – это самая восточная часть Кипра, которая является заповедной зоной, самыми чистыми пляжами и кристальной водой. Это одно из немногих мест на Средиземноморье, где морские черепашки карета-карета и большая зеленая черепаха приходят для воспроизведения потомства. Дорога с Искеле до марины у вас займет около часа. Вы сможете ее найти, как только проедете деревушку Ени-Эринкёй, которая является достаточно крупным центром для полуострова Карпаз. В ней находится вся необходимая инфраструктура для проживания. Школы, аптеки, банки, рестораны, свой медицинский центр и многое другое. А после марины, если вы продолжите движение в сторону кончика острова, то мы обязательно вам советуем остановиться у православной церквушки, которая исполняет желания. Когда зайдете в церковь, напишите свое желание на листочке бумаги, сложите его в несколько раз и вложите ее в пустое пространство между камней, из которых была построена церковь. На собственном опыте могу вам сказать, что желание действительно сбывается. Церквушка совсем небольшая, но является очень популярна среди туристов, которые регулярно приезжают, чтобы загадать желание. Вы ее точно не пропустите, так как она находится слева от главной дороги. Ну а чтобы посетить главную достопримечательность полуострова Карпаз, монастырь апостола Андрея со святым источником, то вам нужно будет доехать практически до кончика острова.
и мы еще обязательно вам подробно о нем расскажем. А вы любите морские прогулки на яхтах? Пишите нам в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!